الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بتن غلامنا يقطن برقلب بزنن يغنتن درب رزقنا درب تروشة بردن بر رب بس بردن بر إله بس بلغان الله سبحانه وتعالى جئكن حمد سنة مقتلر بس بلسن Сонгы пиғамбарыбыз, пиғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга айткан салават саламнарыбыз иришип турсын. Роббыбыз бизнинг Аллаху субханаху ва тааля һәм сонгы пиғамбарыбыз Мухаммад амин саллаллаху алейхи ва саллям дип шахадатларыбызны әйтеп яшәргә Аллаһ Роббул Гыйза безгә насип ва миясар әйләсен. Алхамдулиллаһи Роббил аламин җәмәгать без сезнең белән һәрберебез Жимға күннәрін ұлылап, Аллахы Тағаланың әмірін өтеу ниетлері білән жиылыштық. Раббыбыз Құр'ани керімді әйті фәссау илә зикрилла, жимға күнні ашығыз, мені іске алырға, мені зикір итерге дейіп әйті Раббыбыз. Шыңа күрі біз сіздің білән дүния үшлерін сол яққа қойып, Аллахының болған қаршысында бұрышыны өтейм деген ниетлер білән жиылыштық. Хиш чексез без харбере без сиздин билан. Роббибиз Аллоҳи Таалага шукрана қилабиз бизга берган ниғматлар учун. Ул саламатлик, ул бойлик, ул имон нури, ул балалар учун биз Аллоҳи Таалага доимий равишда шукрана қилабиз. Қуръони Каримда Роббибиз да Аллоҳу субҳанаҳу ва таала айта: "Агарда сиз менинг ниғматларимни деб санасагиз, деб сиз уларни санаб битира олмассиз" деб айта. Шуңа кўра жамоат улар бик нуқку. Құр'ани керімді бізге Аллаху Субханаху ва Тааля айта: «Я айюхәлләзіна аману таққуллаху хаққа туқатих, ва ла тамутунна илла ва антум муслимун» деп айта. Әй мәтмин мұсылманнар, әй иман кетірушілер, құрқығыз менен хақиқи құрқу білен деп айта Аллах тілі. Хәм менім яныма, менім хызырыма, мәтмин мұсылман болған хәлдегіна әйленіп қайтығыз деп Аллах Роббул Гыйза бізге жамағат шушы аятта айта. Шуңа күрә иншаллах, менә безгә һәр беребезгә мөэмин мусламан булып яшәп, Роббыбызның каршысына да мөэмин мусламан булып әйләнеп кайтырга Роббыбыз Аллаһ тәгалә насип әйләсен. Коръәни Кәримдә Ясин сүрәсенең 12-нче аятында әйтелә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инна нахну нухйил маута ва нактубу ма каддаму ва асарухум ва кулла шайин ахсайнаху фи имамин мубин". Коръәни Кәримдә шушы аятта әйтелә: Дөреслектә без үлеләрне терелтәбез, һәм язып барабыз барша гамәлләрне, һәм үзегездән соң калдырган әсәрләрне дә, эзләрне дә, гамәлләрне дә, аларны да язып барабыз дип әйтә, әйтелә Коръәни Кәримдә. Һәм бөтен әйберне Лаухул Махфузга санап керттек, дип керттек дип әйтелә шушы аятта. Шуңа күрә җәмәгать, үлгәннәрне терелтүче Аллаһ Субханаһу ва Тааля Ул аның кыдрәтендә һәм инде Аллаһу субханаху ва тааля ул безне юктан бар кылучы һәм аңа бер нәрсә дә тормый, киредән янадан безне терелтеп үзенең каршысына бастырырга. Адам алейхи салам яратылды балчыктан, без сезнең белән һәрберебез яратылдык бер тамчыдан. Аль-Мурсалат сүрәсендә Аллаһу субханаху ва тааля шушы аятында әйтелә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Алам нахлуккум мин маин махин" дип әйтелә. Әллә яратмадыкмы без сезне тамчыдан? Һәм Аллаһы тәгалә монда әйтә: "Нинди тамчыдан? Беләсезме нинди тамчыдан? Түбән булган, мәсхәрәле булган тамчыдан" дип Аллаһы тәгалә шушы аятта безгә әйтә. Без яратылган тамчыдан, бер шундый бәләкәй генә капелькадан, тамчыдан без сезнең белән менә куллар, аяклар, сакаллар, күзләр, авызлар барлыкка килде. Бу сүрәдә Мурсалят сүрәсендә шушы аятның алдыннан Роббыбыз Аллаһы Тәгалә әйтә шуның турында: "Ничек кеше тәкәбберләнә ала? Ничек итеп кеше үзенең борынын күтәрә ала? Һәм Аллаһы Тәгаләгә ышанмаска ничек инде ул булдыра ала шуны" дип Аллаһ Тәгалә безгә шушы аятта әйтә. Бер тамчыдан яратылган бит ул дип шушылай итеп Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Шуңа күрә җәмәгать үлене дә Аллаһу субханаху ва тааля үз кыдрәте белән ул да булса терелтә ала. Сура Ясин 12 аяте говорится: "Воистину мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя. Всякую вещь мы подсчитали в ясном руководстве, хранимых в скрижалях". То есть шуңа күрә җәмәгать барысы да язылып барыла, һәм Аллаһу субханаһу ва тааля ул да булса менә шушылай итеп юктан бар кылучы
кан бизни жемагат ул беренче тапкыр ул да бизни бар кылгандан соң да жемагат аңа кыямат көндә бер-бердә турмый бизни тән белән жан белән янадан барлыкка китерергә. Хадид сүрәсенең 17-нче аятында Коръәни Кәримдә әйтелә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Иъламу анна Аллаһа йухйил арда баъда маутиха, вад байянна лакумул аяти лаъаллакум таъкилун." Белегез, һичшексез Аллаһ туфракны үлгәннән соң тирелтә, без сезгә аятларны аңлаткан идек инде, бәлки сез акылыгызны кулланырсыз дип әйтелә шушы Хадид сүрәсенең 17-нче аятында. Жирне дә, туфракны да Аллаһу субханаһу ва тааля ул гына аны яшәтә. Һәм шушы җирләрне ул юкка чыгарып, янадан барлыкка китерә ала. Бу Аллаһы Тәгаләнең генә кудрәтендә. Без сезнең белән хәзер иншааллах җитәрчәк яз. Без сезнең белән кишерләрне, кыярларны, помидорларны утыртканда, без аны тыгып кына куябыз шул җиргә. Су ситкән булабыз. Ә кем менә калганын аның шушы әйберләренә эшли. Аны эшләүче Аллаһу субханаһу ва тааля. Бар сулар кайда балыклар йөзмиләр. Анда балык кермей дә ул суга. Анда ул анда балыкны салсалар да, ул анда яши алмый. Нигә ул алай? Чөнки бу Аллаһы Тәгаләнең генә кудрәтендә җәмәгать. Шуңа күрә җәмәгать менә барысы да Аллаһу субханаһу ва тааладан. Һәм без дә сезнең белән менә хәзер берничә айдан соң инде яз булачак иншааллах. Кар эреп, яңадан табигать уяна. Кем аны шулай итә? Наил хазратмы? Юк. Абдурахманмы? Юк. Берәр нинди бай кешеме? Юк. Берәр нинди гыйлем иясеме, ученыймы? Юк. Без аңа берничек тә тәэсир итә алмыйбыз. Күчерә дә алмыйбыз. Кемнең бу кудрәтендә? Менә шушы аятта әйтелә, ул да булса Раббыбызның кудрәтендә. Һәм Раббыбыз бу аятта безне чакыра фикерләргә, безне уйларга чакыра. Шушы аятта шуңа күрә җәмәгать без дә сезнең белән уйлыйк һәм фикерлик. Коръән аятлары укып, Коръән ул шундый китап җәмәгать, без аны әгәр дә укысак, көн саен әзәзләп кенә булса да, яңадан яңага без сезнең белән бик кирәкле гыйлемнәрне алыр идек. Мин 13-нче елда шундый бер китап эләккән, аны инде яшьләрнең күбесе укыгандыр, может, балалар да укыгандыр. Достижение максимума дип атала. Анда бар шундый ни, как развить память дигән ни бар. Раздел, аны язган Брайан Трейси дигән ни шундый, коуч дип әйтегендә язган. И ул анда китерә бер галимнең сүзләрен, Георгий Лазанов дигән. 50-60 елларда и беренче булып әбит, ул шул китабыны язып куйган шуны. Шушы Георгий Лазанов дигән кеше 50-60 елда баш миен тикшергән именно шуларны кемнәр Коръән ятлыйлар, Коръән укыйлар, шуларны кем тикшергән. Безнең бит бар правый полушарий дибез, левый полушарий. И Коръәнне укыганда икән, менә кеше кашан Коръәнне укый, тәҗвидына китереп, без бит инде аны тотыш икән, көйләп укыйбыз, нитәбез. Мәгънәсенә төшеп укыганда, кешенең була кайбер вакытта правый полушарийсы гына эшли. Кайбер вакытта була левый полушарий гына эшли. А монда Коръән укыганда аның икесе дә эшли икән. И шундый шул синең прям шундый башың була. Шуңа күрә җәмәгать карагыз, галимнәр дә исбатлаганнар. Беренче булып шуны китапка кертеп куялар. Раббыбыз да әйтә, менә шушы Коръәни Кәримне безгә ингән укырга дип җәмәгать, һәм анда менә шушындай могҗизалар. Шуңа күрә иртән торгач тында, безгә уянырга бик нык авыр икән. Кемдер кофе эчә, кемдер әле нәрсә эшли анда. Һәм шуның белән җәмәгать, без Коръәни Кәримне сезнең белән 21-15 минут кына укысак та, гарәпчәсен укып һәм кырыйдан аның тәрҗемәсен, тәфсирен, галимнар нәрсә әйткәннәрен укысак, безнең башыбыз җәмәгать шолт итеп эшләп җибәрәчәк һәм Аллаһ бәрәкәт бирәчәк. Нигә? Иртән торгачтым, чөнки син Коръәнне укыйсың, Аллаһы Тәгаләнең сүзен түгел, Сбербанк онлайндагы акчаңны карыйсың түгел, анда электронный почтаны карыйсың түгел, ә Коръәнне укыйсың. Бу җәмәгать иң хәерлесе. Всевышний Аллах субханаху ва тааля в суре Хадид 17 аяте нам говорит: «Знаете, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения, может быть, вы уразумеете». То есть все во власти Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, и землю именно оживляет Он. Это в Его власти. Даже когда, если мы что-то сажаем, мы только кидаем его туда и потом поливаем, но все остальное делает Всевышний Аллаху субханаху ва тааля. Все в Его власти. В суре Аль-Бакара 258 аяте приводится интереснейший диалог. Это диалог Ибрахима алейхи саляма с правителем, которого звали Намруд ибн Канан. Муфасири так говорят, что это был именно ибн Канан, Намруд. Этот правитель был
таким деспотичным был он таким. Деспотичный правитель, и Ибрахим алейхиссалям был послан туда как пророком. И вот этот диалог, он есть в Коране, в суре Аль-Бакара, 258 аяте. И Намруд хотел узнать, каков Господь, это в тафсирах говорится об этом, риваят, говорится о том, какой же Господь вот у Ибрахима алейхиссалям. И этот диалог приводится в Коране. «Ауду билляхи минашайтан раджим». Отрывок из аята. «Ид каля Ибрахиму Робби аллази юхьи ва юмит». قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ابراهيم عليه السلام то есть вместе с ним находился в одном помещении, рядом находились приближенные Намруда ибн Канана, повелитель вот этого деспотичного. Ибрахим алейхиссалям ему сказал, что мой Господь тот, кто дарует жизнь и умерщвляет. Дарует жизнь и умерщвляет. Что сделал он? Он вызвал двух людей. Одного говорит, оставьте, другого говорит, убейте. Одного оставили реально слугу, а второго убили. И он сказал, я дарую жизнь и умерщвляю. Вот перед тобой одного оставил живых, одного, как говорится, убил. Я, говорит, вот твой Господь, астагфирулла, да. То есть он правил, понял этот ответ Ибрахима, алейхиссалям, на то, каков его Господь, понял совсем неправильно. То есть Всевышний Создатель, он может мертвого оживить. То есть это во власти Всевышнего Аллаха Тааля. Дает душу именно Всевышний Аллаху Субханаху Ва Тааля. Больше никто. То есть он этот ответ Ибрахима алейхиссалям понял совсем неправильно. И из-за этого еще лучше, чтобы объяснить, Ибрахима алейхиссалям ему сказал, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе. И тогда Намруд ибн Канаан, он просто замолчал. Он ничего ему не смог сказать. Ибрахим, алейхиссалям, не то чтобы в первом ответе он ошибся. Он не ошибся. Просто Намруд ибн Канаан, IQ у него совсем было другое. Вот он не понял этот ответ. И он второй ответ ему дал такой, что солнце вот откуда восходит, то есть ты сделай совсем это наоборот. Он этого сделать не может. И тогда замолчали все они, джамаат. И вот тем самым Ибрахим, алейхиссалям, смог ему донести. Но мы с вами сказали, что он был деспотичным правителем. И он просто слова Ибрахима, алейхиссалям, джамаат, он не принял. В первом ответе он, конечно же, Намруд ибн Канаан, бросил пыль в глаза присутствующих, насмехались над Ибрахимом, алейхиссалям. Но второе... Он на это не смог ничего просто придумать. Это две вещи, смотрите. Первое, это про жизнь он ответил, что жизнью мы вообще не этот. Не выбираем родителей, не выбираем, где родиться. И второе, то, что связано с табиатом, с природой, мы этим тоже ничего из этого не владеем. Мы ничего не можем сделать, мы не властны этому. Из-за этого джамаат, вот Ибрахим, алейхиссалям, вел вот такой вот джамаат, вот такую вот дискуссию. В продолжении этого можно сказать, я хочу вот сейчас прям так подчеркнуть, чтобы вы были внимательны вот именно в этом, то, что передает Зейд ибн Аслам, то состояние Ибрахима алейхиссалям. Мне кажется, многие, кто здесь сидят, они впадали в такое состояние, когда вот говоришь истину, и после этого ощущение совсем другое, потому что ты живешь там, Ибрахим алейхиссалям там жил, он зависел даже от него, он Ардан. И Ибрахим алейхиссалям, это передается от Зейд ибн Аслама, он, Намруд ибн Канаан, каждый день давал еду, пищу всем, кто вот в его правлении там находится. Люди подходили, он давал всем еду в мешок и давал. Ибрахим алейхиссалям также пришел за едой, за пищей, со своим мешком, потому что есть семья, есть супруга Сара, как мы с вами помним, да? Сара, и домочадцам надо что-то поесть. Он пришел. Была, конечно же, очередь. Ибрахиму, алейхиссалям, ничего не дали. Потому что он вел такую дискуссию с ним, спор, то есть, и обломал ему его, так скажем, вопрос. Он ничего на это не смог ответить. Ибрахиму, алейхиссалям, Зейд ибн Аслама передает, что Ибрахиму, алейхиссалям, ничего не дали. То есть он вот так вот с мешком стоял, но ему ничего не дали. Это вот, ну, такое время было, если вспомните, да, там по истории, например, да, царские времена там и так далее, и сапарасарас. То есть ему ничего не дали. И он, чтобы не огорчить домочадцев, чтобы как-то отвлечь их внимание, он в мешок просто набрал землю.
Ибрахим алейхиссалям набрал в мешок землю и пошел домой. Когда он пришел к домочадцам, Сара, супруга его там была, он не стал открывать этот мешок, в мешке же земля. И он, Ибрахим алейхиссалям, не открывая этот мешок, он просто уснул с этим мешком, шушаным бля, чтобы не показать, что там земля. И он просыпается, уже утром просыпается и смотрит, мешок пустой. И Сара, супруга, что-то готовит. И он спрашивает, откуда ты взяла пищу? Что ты готовишь? И Сара тогда отвечает, что я взяла то, что было в мешке, взяла эту пищу и приготовила. И Ибрахим, алейхиссалям, конечно же, воздал хвалу Всевышнему Создателю. То есть Всевышний сделал так, что землю превратил джамават в пищу, в еду, в равзале, узгяткан она. Из-за этого джамават, когда мы говорим истину, до кого-то это доносим, тот, кто несет вообще истину, хакна алабара икян, об этом доносит до людей, для своих близких людей, и правильно доносит. Здесь Ибрахим, алейхиссалям, мне не кажется, что он с Намрудом там ругался, аузубилля, там матерился, да, как у нас иногда что-то там объясняют, ругаться начинают, бьют по столу, чего-то еще. Он делал это наиправильнейшим образом, добрым увещеванием, прекрасными примерами. Они всегда призывали и к исламу, шахратор гамбулганнар, и тем самым джамаат. Ибрахим, алейхиссалям, тоже таким был. И тот, кто это делает, джамаат, несет истину, Всевышний Аллаху Субханаху ва Тааля ему обязательно помогает. Она джамаат, ул ярдамын, хар вақыт береше. Шуна көрі, инша Аллах, мына біз да сіздің білян шундылардан болы. Хақиқатны хар вақыт алып бары. Что такое Коран? Вот я же сказал, чтение, да, утром хотя бы 30 минут с переводом, с тафсиром. Если мы с вами будем так читать, у нас просто голова начнет работать лучше. И здесь ведь самая основа. У нас вот иногда не понимают, что главнее, а что главное. Есть вещи, которые главнее, и мы должны именно делать именно это. Так как мы с вами начали с суры Ясин, в суре Ясин, вот в 12 аяте, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит, «Нактубу ма акаддаму ва атарухум». То есть все записывается. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля также то, что человек оставил после себя, он джамават это увидит в судный день. Из-за этого наша с вами первая миссия – после себя оставить какие-то благие дела. Вот я недавно был в этом, на маджлисе таком прекрасном, в субботу, я говорю, в честь чего маджлис, говорю, там что-то родственники собрались все, плов приготовили, там шашлык, там что-то еще в баню потом сказали, такое, редко такое на маджлисе бывает. Вот. Она говорит, бабушка, говорит, так научила. Вот. Тогда, говорит, конечно, таких хазратов не было, хафизов, кариев не было, которые красиво читают Коран, приходили дедушки, читали, но бабушка, говорит, это нам внедрила. Я когда возвращался, думаю, машаллах, дети, конечно, намаз не читают, но она что-то оставила хотя бы детям, балаларна палдара алган. А самое главное, смотрите, если мы научим своих детей, внуков, говорить им про намаз, когда, например, выходные или у нас отпуск, нужно взять его и принести с собой в мечеть. Ифтирак, чтобы был, да. Да, вот из вас кто-то даже есть, не пришел он ни в 11:40 и не в 12:00, или только к фарс намазу. Он пришел пораньше. Среди братьев есть такие, да, которые приходят пораньше. Смотрите, они сколько награды получают. И когда он здесь находится, когда он сидит, ангелы за него молятся. Аллахумма рхамху, Аллахумма гафирляху, о Аллах, будь милостив к нему, о Аллах, прости его. Они молятся джамаат. Из-за этого джамаат, нахождение в мечети, очень благое дело, хан ажир сауапларны сазнамбилян харбаребез, иншаллах, шлик. Азгина сазнамбилян ажир сауапларны шлик, и стараться, конечно же, после себя что-то оставить. Дуга калдартрага, о Всевышнем говорить, каков он, суру ихлас там, хотя бы ему перевод там что-то научить, чтоб он бисмилля говорил, дугаларны айтты. То есть вот это наша с вами миссия. Миссия ча, папы и мамы. Без иретригатиш, без джамаат, без нынешнего бизда. Ни школа и ни сосед. Шунакуря, иншаллах, харбаре, без сознан ганшин дегулы. Субханаллахи, вихамдик, ашхаду аля, иляхи, антастава, фирук, ва атабу, ва атабу.